Всем привет! Приветствую вас на канале Татьянин дом. Сегодня у нас воскресенье, по-моему, 19 февраля. Вчера была родительская суббота, необходимо было блинчики сделать, но что-то я вчера подустала немного с непривычки, то, что давно дома не было. И уже поздно вчера уснула, проснулась. Не буду же я их ночью делать. Блинчики, думаю, сделаю их завтра. Сегодня, как обычно, проснулась как в больнице в 6 утра. Персик разбудил меня, лег на спинку, вообще делает мне массаж. И неважно, в каком положении лежу, если лежу на животе, ложится на спинку. Или если я укладываюсь на спинку, он мне укладывается на живот. И ложится, меня лечит. Вот, вчера что я сделала? Я вчера подмела крылечко от снега и подмела от крылечка туда до калитки, потому что метель была, нападал сугроб. И за калиткой подмела, и вот этого мне, видимо, было достаточно. Ну, еще я погуляла с Джеем, ну и, конечно, я уже устала. Но вчера такой ветер был сильный, то есть и метель была до обеда, а потом ветер был. Ну, ветер утих, все утихло. Был как-то такой, знаете, как изморозь была такая, легкая, что-то падало с неба. Но сегодня, слава богу, тепло, минус 9 на улице. Вот я в таком домашнем халатике. Я в нем в больнице была. Сначала в спортивном костюме была, а потом была в халатике. Ну, вот такой халатик. Это не Василек, это Яна Вилберис. Мама мне купила, и я вот в таком халатике была. Постирала вчера пуховик вот этот, который на улице хожу в нем. Повесила. Немножко начадила, сделала обычное тесто на блинчики сегодня. И у меня рецепт мой, это точно подобный такой у кухни наизнанку. То есть там молочко горячее, кипяток, яичко, сахар чуть-чуть. Соль, мука и все, больше ничего. Тесто такое вот нормальное. Я делаю вот... Ой, палец мой. Там масло все еще есть растительное. Но я немножко вот кусочек сала смазываю в эту, как она называется, сковородочку. Сковородочка у меня чугунная, блинная. Вот печка работает. Я уже вот столько пожарила. Они маленечко с припеком у меня блинчики. Накрываю крышечкой, не смазываю каждый блинчик маслом, я потом не буду растапливать, с масленки маленько отрежу и положу, он уже растопится, и все блинчики пропитаются. Я немножко вот так делаю, как бы смазываю, ну, чтобы он не вкусненький тогда с салом получается. Ну, вот так вот один, получается одна поварёшка на эту... На один блинчик, на сковородочку. И вот так сильно не делаю, потому что потом, чтобы вот этого сухого, потому что по краюшку-то он сохнет. Ну, поменем всех. А завтра уже масленичная неделя начнется. Масленица будет следующее воскресенье. И уже потом со следующего понедельника будет Великий пост. Будем поститься. Вот так вот. Блинчики. У меня лопаточка специально для блинчиков. Лопаточка давно уже. Вот так вот делаю. Сейчас переверну. Пузырчатая. Немножечко еще соды добавила. Совсем щепоточку. О, он у меня такой коричневатый. Надо убавить маленько еще. А если убавишь, потом оно плохо жарится. Лопаточка лежит. Все, делаю. Первый, конечно, беленький был, потому что я сковородочку смазала только растительным маслом, кисточкой, и все. И потом больше не смазываю, потому что в тесте есть масло. И потом решила салом. Ну, у меня мама так делала, но я всегда так делаю, и бабушка делала. И все, он такой маленько с припеком, они такие хорошие блинчики получаются. Поэтому вот так вот. Можно и салам, и не масло. Маслица там уже есть. Такое тесто нормально.
Я все на глаз делаю. Я уже привыкла к этому рецепту и уже давно делаю. Мне очень нравится структура. Кипяток, получается, стакан 200 миллилитров молока. Потом еще 100 молока и 200 этого кипятка. А муки где-то получается где-то 200, 300, наверное, муки где-то так. И я все на глаз, поэтому не могу сказать, сколько делаю. И мне надо главное чувствовать тесто, структуру, потом я уже все делаю. И все, лопаточкой так поднимаю, все, такой блинчик получается. Тоже немножко припекся. Сейчас достану сливочное масло, кусочек сделаю и все, и туда положу наверх. Немножко пускай постоит. Хотела на селфи-палку снимать, но потом думаю, здесь его нигде совсем ставить. Поэтому так в руках. Поэтому поздравляю всех с масленичной неделей. Вот такой будет светленький. Порог идет. Всем желаю мира, добра, счастья, любви, здоровья, главное, и всех благ. Пусть у всех все будет хорошо. Капнула маленько. Без этого никак, одной рукой же все делаю. Вот. Пусть у всех все будет хорошо. Джейчка ждет прогулку. Сейчас с дочкой пойдет погуляет. Я пока блинчики делаю. Здесь у меня декабристы все. Так, вчера я не сходила. Надо же пересадить. Ух ты, вот этот морковный зацвел. Еще полностью не зацвел. И вот этот тоже будет цвести. Геранечка хорошо все чувствует себя. Грунт хороший. Я удобрила их банановым этим сиропчиком. Вот эти мне надо посадить. Корешочки дали. Надо сходить. Сейчас блинчики сделаю, схожу. Кактусик. Схожу обязательно, возьму и посажу. Вот этот цветет. Этот тоже в рост пошел, который хлорофитум посадила. Вот растет. Этому здесь хорошо. И этот тоже бутончики выбивает. Цветет. Хороший день. Погожий, хорошо, все, солнышко светит, радует все. Всем всего доброго, пока-пока, до новых встреч.